Данное видео содержит нецензурную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия. Кто же такой админ, ребята? Это человек, у которого есть расширенные возможности на сервере. Он может вас кикнуть или забанить за нарушение каких-то правил, проекта или сервера. Да-да, ребята, вы правильно поняли. Я наконец-то решил сделать видеоролик про тупую администрацию на нашем сервере. На нашем любимом 06 сервере. И да, ребята, все слова, которые здесь будут сказаны, это будут сказаны правильные слова. Потому что некоторые администраторы ведут себя как полные аморальные уроды. И самое, знаете, что интересное? Если меня смотрят администраторы, ребята, знаете, вас некоторые люди просто очень ненавидят и жаждут, когда вы уйдете с поста. Имейте в виду, ребята, либо вы меняете мировоззрение к нам, к игрокам, или же адиос с этого проекта. Клинт как минимум неудачник, потому что та тёлка, за которую он топил, вышла замуж за другого. Серьезно? Ну, Клинт же топил за Мэри Свен, как бы конфликт был с Мэри Свен, а Мэри Свен вышла замуж за Накамурика, законченную крысу, которая типа ебашит всех один на один, но ебашит то ли с Аимом. Потом приходит в маске и стреляет, понял? Маски движения. То есть он не идет в лоб, там, не стреляет, знаешь, как, а просто берет там в маску, сегодня был на стрелке, помнишь? Это типы, за которых тебе дал клины, вот номер прокопа. Это же были вот Накамурик был на сумке. Он пришел в маске со спины, да, там, типа, приехали по базаре, да, там сначала, Ну да. А потом он один, хотя он мне до этого буквально за полчаса пиздел, что он придет один против толпы. Он пришел с группой подсосов в масках. Ну что это за стрела такая? Вот это чем отличается это от демо, который делал Амбрелла? Да ничем. Только Амбрелла даже не в масках, я вот никогда ни за кем не бегал. Мы пришли в лоб, приезжали, нас все видели, что мы толпы, как бы. Мы на твинках без скиллов ебашились против, грубо говоря, более. Подготовленных противников, у которых были скиллы и там все. Мы просто, конечно, мы более организованы, но это другой разговор. Мы приходили и драли. И мы никогда не звали админов. А вот сейчас попробуй постреляйся со сванами. Тебя сразу сольет Клинт. Сразу. Просто. Даже если начнут стрелять в тебя первого, ты отлетишь какую-нибудь хуйню там, что-нибудь он придумает. За читы тебя откинет нахуй пожизненно. У меня вот он за неделю откинул сначала за читы два раза. Потом нахуй за передан, взломан там, продан, что-то такое там. Ну, понимаешь, у меня просто фрапс 24/7, поэтому не прокат такая хуйня. Но вот если бы не было фрапса, я бы уже давно был забанен. То есть ты хочешь сказать, что Клинт и Мэри Суэнта дали Накимура, это продажные твари? Ну, так сказать, блатные. Понимаешь, я не хочу это сказать, я это говорю. Так, то есть Мэри это, понимаешь, это пул была. Мама Клинта. А? Мэри Свен это мама Клинта, как бы. Они это... в одном доме живут. А потом еще там Мэри сказала, что еще и Чарли, блядь, ее сын. Два сына. Чарли Флэш. Нет. Она сказала, что это тоже ее сын. Нет, только Клинт. Она сказала. Там Вова, это вот одна такая большая паршивая семья, это Клинта, Вова Зубенко, Мэри Свен и Накамурик там. А хотя бы, понимаешь, как у меня раньше было к Накамурику, знаешь, какое уважение, что он приходил, как я раньше помню, вот он сам приходил и пытался с нами стреляться, понимаешь? Он за этого лично у меня, я думаю, все Амбреллы, все говорили, бля, пойдемте со своими постреляем, потому что не было никакого говна, не было, просто пришли пострелять, они нас убили, мы их убили, неважно. В принципе, вы, ребята, поняли, что хотел донести вас мой друг, что некоторые администраторы поступают себя очень с плохой стороны, и, знаете, по отношению к игрокам, это... мы для них это просто пешки, и они могут нами манипулировать, но нет, ребята, когда-нибудь эту сволочь Клинта Эдвардсона или Эдвардса, мне плевать на его ник, просто снимут, и люди будут правы. Имей в виду, дорогой Клинт, скоро ты доиграешься, и на твою задницу будет очень много приключений. Поверь мне, это должно до тебя хотя бы дойти. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я, кстати, все комментарии читаю и по возможности лайкаю. Всем спасибо. Всем пока.